Всем привет, друзья! По традиции снова или опять я у свинок. Я спусечку выключу, потому что только что кормил пыльно. Свиноты едят, потому что невыносимо было начинать снимать, пока их не покормить. Сегодня была, как всегда, генеральная уборочка. Почистили, в бонусе тоже гнездышко сопилок сделала. Вон, тебя никогда не видно, ты всегда с самой головой. Ну, вот такой вот танк здоровенный. А вот ее девчонка. И вот там, ребят, прогрызли дырку в сарае. Мы с ним две доски прикрутили, дырку заделали. Сейчас у нас удачный мороз, минус 18 уже где-то. Ну вот так. Ну, нам еще водички надо, да? И, ребят, случилась у меня непонятная и печальная новость. Вот мой производитель будущий, Фунтик. И он приболел. Чем приболел, ребят? Показывать не буду. В общем, что-то похоже на воспаление прямой кишки, то есть немного прямая кишка вылезла наружу. Это все немножко кровоточит, возможно, у него образовался запор или еще что-то. Ну, купил я ему, господи, забыл первое слово, и соль, какая-то соль, в общем, намешал, жиденькая он сделал, он ест, но в туалет ему сходить очень плохо. То есть как-то вот эта прямая кишка немножко вылезла наружу. Ну, не немножко, а прилично. Что с этим делать, я не знаю. Антибиотика никакого не купил. Буду читать литературу. Возможно, что-то покупать, передавать, чтобы укололи. Иначе мы его потеряем. Он сейчас есть такое жиденькое. Возможно, чтобы его немножко ослабило. Ну, такая очень печальная новость. Скорее всего, с него толку не будет. Да, Фунтик, что с тобой? Все было нормально. Какая причина этого, непонятно. Все с ним было хорошо. Почему так, неизвестно. Может, он подмерз. Так у него всегда ж вот куча соломы. В сарае не так прям и холодно. Ну, в общем, не знаю, что с ним делать. Показывать ту картину я вам не буду. Но воспаление есть. Ну, этих девчуль, ребят, все хорошо. Эти все растут. Пьют. Едят. И, ребят, кстати, Боне надо дырочку нормальную досверлить. В прошлый раз уехал. В общем, она вышла вот здесь. Мешки с сеном стоят. В общем, вышло, все пораскидало, все позатягивало к себе. Всем надела голов. Надо ей дырочку просидеть и пожестче защелочку. Да, свиноты. Что с женихом делать? Он что, вы красный, драли, что ли? Пушки красные. Да, свиночка. Да не бойся. Страшно, девочки, да? Ну, я с женихом не знаю, что с вашим делать. Огорчил он меня сильно.
где брать вам теперь нового жениха, что делать с этим. Вообще не знаю, посмотрим. Посмотрим, как оно будет. Да, будет. Да, я тебе хоть сбоку покажу. Это вымазалось из опилки. Тоже, ребят, не покрыто. В общем, со свиньми у меня какой-то получается непонаток. Наверное, в следующий раз попробовать снимать уже, как вот это в телефонах, кто в настройках понимает, как елочка, а то две елочки, типа удаленно. Другой камеры можно. Тогда будет немножко лучше. Ну вот такие вот дела. Чистенько, сегодня сухенько. Мало вообще всегда чисто и сухо. Что с ним случилось и какова причина вот этого воспаления прямой кишки, я не знаю. Кстати, он буквально несколько дней назад проглистован. 5 дней назад пролистовал второй раз. Может ли препарат на это повлиять, я не знаю. Может, у него реакция такая пошла на препарат. Да, мостится спать. Мостится спать. Кошка. Так что будет, то будет, ребят. Дали вот это соль вот эту с ослабительным эффектом. Там она в правильной дозировке, она для пищеварения, а если чуть увеличить, то эффект слабительного будет. Ну вот так, не знаю, что делать, не знаю, как оно будет. Что от меня будет зависеть, я все сделаю. Что ты, ручная девочка? Все, вылезали корыто, вылезали, хватит. Макухи еще надо им купить, подмешать для лучшего роста. Что ты там, сосок кисишь, что ли? Все, ребят. У свинок все хорошо, за исключением пунктика. Так, все. Всем спасибо за внимание. Всем удачки. И всем пока.